Эти игрушки не старинные музейные экспонаты, а то, что делают своими руками современные дети. Традицию дымковской игрушки продолжают воспитанники Дома детского творчества города Болхово. На изготовление одной такой игрушки уходит больше недели. Маленькие умельцы могут слепить еще и каргопольскую, и филимоновскую игрушку. А после месяца трудов может родиться объемная цветная картина, раскрашенная одной только глиной. В мастерской есть даже гончарный круг. С него сходит традиционная болховская посуда. Самые усердные украшают ее лепным орнаментом. Интересный сюрприз, красивые игрушки получаются. Родителям нравится. Из лозы и соломки здесь делают вещицы, некогда производимые в Болховском уезде. Кузупы для хранения зерна, гнездиловские шкатулки, болховские корзины особой формы. Легкие золотистые игрушки делаются из плетешков, тонких соломенных косичек. Вышивка такими плетешками кажется совсем уж невероятной. Кружевной способ называется. И выполняется, вот мы делали с девочкой Тулкиной Анастасией, наверное, месяца 4 с ней работали. Делают здесь даже крупиничку, куклу, набитую гречкой или пшеном. А те, кто пока не уверен в своих силах, тренируются на пеленашках. Так называются несложные куколки-младенцы. Труднее всего сделать свадебный оберег, парную куклу-рванку. Ведь сшивать ее детали нельзя. И этих кукол, вот свадебные, непосредственно, привешивали к дуге лошадям вверх. И как бы они на себя отводили... Ну, чтобы молодую пару не сглазили, а весь негатив кукла принимала на себя. Студия бисероплетения извлекает из небытия старинный болховский костюм. Женский головной убор весит почти 5 килограммов и состоит из 7 деталей. На выкройку и вышивку этого чуда ушел целый год. Мне это близко, мне было это интересно. И мне было больно, когда остался один костюм. Из-за всего, их было всего 9 человек, они выступали, остался всего один костюм. И мне как-то хотелось сохранить вот именно что-то подобие создать. Маленькие мастера трудятся и ждут больших выставок. В области они уже прославились. Теперь на очереди всероссийские вернисажи.